Рада видеть. Давно не виделись. На вы или на ты? На ты. Договорились. Я, знаешь, о чем подумала? Что вот 100 лет друг друга знаем, много программ было, а вот такой вот беседы, да, такого диалога до сих пор ведь не было. А за это время ты изменился и стал политиком. Вообще, ты доволен, как твоя карьера развивается? Я, наверное, не имел времени думать об этом, как говорится, о карьере таковой. Потому что днями мы, наверное, занимаемся тем, чем должны заниматься. Вот. Если это каким-то образом сопутствует с карьерой, наверное, доволен. Недоволен общей ситуацией, а от общения ежедневного с людьми. Хотелось бы, конечно, лучше, потому что, наверное, не карьеру нужно ставить здесь на первый план, а то, что на выходе те результаты, которых мы добиваемся и вместе с командой, вот, как бы вот так надо. Но, тем не менее, по первому образованию ты математик. Да. Да. И даже успел поработать на одном предприятии и дорасти до должности заместителя директора. Да, исполнительного даже директора. Вот так вот даже, да. А потом, как истинный Иван Васильевич, ты ведь Иван Васильевич? Иван Васильевич. Да, решил поменять профессию, и все-таки ты пошел в политику, так было? Да. Вот, ну, расскажи. На самом деле там история такая длинная. Вот с одной стороны, с другой стороны, просто в то время, начало 2000-х, я действительно работал в компании, которая занималась информационными технологиями, очень много интересных вещей мы делали, и в один момент на одной международной конференции по информационным технологиям ко мне подошли люди из аппарата президента, тогда еще Владимира Николаевича Воронина. И предложили попробовать работать во внутренней и внешней политике, грубо говоря, в аппарате. Я согласился и не жалею. Очень много интересных вещей узнал, опыт огромный, люди разные. Ну, конечно, такой молодой человек. Где работаешь? Работаю в администрации президента Республики Молдова. Да, звучит? Думаю, что да. На то время как-то это вот, как-то очень притягивало для того возраста, то есть я не думаю, что без абсолютно каких-то там знакомых личностей, могу сказать, что я кого-то лично знал или какие-то связи, как это принято, вот, ну, как-то так, наверное. Вот понятно, что твоя карьера развивается сейчас по восходящей, но ты всегда, когда говорил о политике, то такую цель ставил для нашей страны, ты говорил так: я хочу, чтобы мы жили как в Швеции, что вот там настоящий социализм, потому что там есть социальные гарантии, какие-то социальные блага, и всегда это тебе очень сильно нравилось. Нравится и по сей день, не отрекаешься? Я думаю, что здесь вопрос немного другого характера, в каком ключе. То есть, когда спрашивают, какая модель социализма близка, то я, наверное, говорил о том, что действительно модель, которая существует в Швеции. Хотя очень много других примеров неплохих. Если бы, опять же, отвечать прямолинейно на этот вопрос, который ты ставишь, грубо говоря, как в Швеции, то, наверное, если так, то жили бы в Швеции. Но живем в Молдове. Хочется, чтобы всем здесь, дома, жилось лучше. Если мы говорим, то есть, о социальной и экономической модели, то действительно одна из самых успешных в мировой практике – это модель Швеции. Но до этого далеко. Хотя очень много вещей уже можно сделать в хорошем ключе здесь. Я вообще называю Молдову как таковой страна потерянных возможностей, потому что если до конца потерянных или все-таки? Ну, многочисленных возможностей. Почему? Потому что на выходе из, скажем так, Советского Союза одна из самых развитых, одна из самых красивых, одна из самых процветающих республик, скажем так. Да? Все бурлило, все было в движении, самая густонаселенная, грубо говоря, земля, да, страна со всего европейского пространства, это не просто там, Советский Союз, а
Все абсолютно. То есть здесь рождались дети, здесь получали образование, качественное здравоохранение, работали заводы, все. Да? Вещи, которые построили за 40 с небольшим лет после Второй мировой отечественной, Великой Отечественной войны. Поэтому как-то, наверное, обидно, да, что происходит так, что на выходе, да, после 91-го года, вместо того, чтобы постоянно развиваться, то есть, вот, у нас мы 10 лет первого вообще потеряли, не мне говорить о лихих 90-х, начиная от бандитизма и состояния экономики, социальной среды, да, когда люди действительно высокообразованные, уезжали, в том числе доктора наук. Ну ладно, уезжали. Некоторые, конечно, уезжали, а те, которые оставались, были вынуждены прибегать к очень страшному труду, да, вплоть до там, элементарной коммерции, скажем так. Да. То есть, как будто через себя это пропустил. Что-то в твоей семье вот вы. Мои родители, да, были вынуждены, в том числе и они врачи по образованию. Отец реаниматолог, и, к сожалению, он должен был выйти на рынок в 94-95 год для того, чтобы прокормить хоть как-то семью, потому что зарплаты были просто ужасные. И это все в парадигме 5 лет просто. Мне очень сложно как бы вообще попытаться понять, как они себя чувствовали в этих условиях, то есть когда ты уважаемый врач, инженер, педагог, там, занимаешься научной деятельностью, и вот буквально 3 года ты никому просто тупо не нужен. Если ты выполняешь свою работу, а ты должен выполнять свою работу, потому что некому другому тебя в этом смысле заменить, и тут все перестраивается, полная перезагрузка системы. Какой-то дикий, непонятно, да, я не могу это назвать капитализмом, потому что это не капитализмом было. Просто все дико происходит. Вот. То есть возможности первые мы потеряли тогда, когда нужно было сохранить, если хотите, пожалуйста, модель Белоруссии. Да, несмотря на то, что как бы есть много критиков, да, люди сохранили все, что работало в советское время, и приумножили. Да, поэтому сегодня мы далеко не стоим уже в одном ряду. Вот дальше... Спасибо тебе за такой пространный ответ. Да. Но если позволишь, давай я за тобой поухаживаю. Давайте. Чай. Давай. Да. Вот смотри, ты один из тех политиков, который успел поработать и во власти, да, когда коммунисты были, и в оппозиции. Да. Где легче тебе работалось? А смотря... Или от команды зависит. Я не думаю, что вообще можно говорить здесь легче, потому что в том числе тогда денег хватало только на то, чтобы даже в должности заместителя министра поехать на такси и обратно, потому что машины служебные не было, и я как бы не претендовал никогда. Вопрос в том, что отдавались по полной. Да? Утром, рано утром, 6-7 часов ты уже на работе, 11-12 часов ты уходишь, уезжаешь с работы примерно. Времени не было, там какие-то, не знаю, личные истории, да, то есть все было, просто время не замечал, как пролетал. Очень много было хороших людей в тот период, очень много молодых, образованных, те, которые действительно с отдачей работали, да. Мы с женой очень часто шутили после уже 2009 года, проходя мимо площади Великого национального собрания, смотря на окна, полпятого и уже свет не горит, например. Вот такие вот истории. А у вас свет горел до поздней ночи, да? Нельзя себе такое представить. То есть я вот если так вспомню сейчас, вот мы с Игорем Николаевичем, с Зиной Петровной очень часто, и со всеми теми, кто работал в правительстве, очень часто вспоминаем, вот, когда брались за папки с бумагами, то есть ежедневно, не знаю, так Министерство образования, если говорю о своем профиле, было 150-180 петиций, которые нужно было просмотреть обязательно и распределить. Как бы по направлению. Неважно, как так оно должно быть или не так оно помню, должно быть. Я помню твою занятость, я сейчас вспомнил с точки зрения. Но тебе один вопрос момент. Вопрос в том, да, то есть вопрос в том, вот чего я хочу до конца сказать, что в 9-10 часов вот это было как бы, вот это было время, когда ты начинал садиться за бумаги, начинал с ними работать.
И если ты оставлял 20 бумаг на второй день... То ты понимал, что будешь сидеть еще дольше. Еще больше, поэтому я вариантов говорю, не было. Да, я помню вот эту занятость твою, потому что как раз когда ты был заместителем министра, я по журналистской деятельности, помню, пришла, и вот много людей сидело в приемной, мы спросили... Когда же, собственно говоря, придет господин Чабан? Говорит, а господин Чабан, он сидит здесь до ночи, он работает, поэтому вот он тут бегает, и вы его все-таки дождитесь. Знаешь, вот давай продолжим эту тему оппозиции. Ну, надо просто ответить на вопрос. Лучше в... Да. Не бывает в этом смысле лучше. Ну, я буду благодарна. Бывает работа. Проблема в другом, что вот когда... От тебя что-то зависит, ты делаешь какие-то вещи, да, вот я повторяю, мы об этом очень часто говорим с Игорем Николаевичем, вот, понятен результат на выходе, ты сидишь до ночи, ну ты понимаешь, что там появилась какая-то новая школа, появился какой-то новый детский сад, появился новый центр детей, что-то, есть результат, да, то же самое я знаю от своих коллег, а вот сейчас просто боремся ежедневно. И очень часто результаты настолько не видны, да, то есть мы вписываемся, если так говорить, да, мы пытаемся отстоять права и интересы каждого гражданина нашей страны. У нас более вот, за 9 месяцев только прям, объявили о проекте петиции МД, электронный формат взаимодействия с нашими гражданами, более 20 тысяч уже поступило обращений. Ну, я хочу сказать, что аппарат партии социалистов как таковой просто работает на износ. И все мы часть этого аппарата, да, потому что депутатские запросы, запросы муниципальных советов, выезды на места, попытки любым способом помочь людям. В оппозиции тяжелее. Тяжелее, потому что меньше рычагов. Тяжелее, Но многие считают, что проще, потому что ответственности никакой. Ну, что там вот говорят представители власти, да? Наверное, слышала об этом. Мне говорят, ну что там оппозиция? Она ответственности не несет. Она выйдет, покричит, повозмущается, и все. В отличие от рейтинг них, себе, да, еще при этом заработает. В отличие от них, красавцы, у нас есть личная ответственность перед каждым избирателем, с которым у нас, скажем так, есть электоральный договор, если хотите. Да, они за нас голосовали, вот, и они, конечно, ждут. Единственная обида в этом смысле, что мы не все можем, что себе предполагаем. Да? Но с другой стороны, если вы посмотрите на самый качественный законопроект в парламенте Республики Молдова, это наши. Если вы посмотрите то же самое в муниципальном совете или в городах, это то, что исходит от партии социалистов. И опять же, если вы зайдете в офис партии в 7 часов уже все на работе утра, а в 9-10 часов ночи, когда вы проезжаете мимо офиса партии, люди там еще работают, юристы принимают граждан, те, которые работают с социальными вопросами тоже. Ну, сложно. В одном слове сложно. Конечно, если бы сегодня были бы властные рычаги, но не в формате вот с этими друзьями, потому что с ними иметь дело, это неправильно. То было, ну, было бы легче, конечно, помогать людям и, может быть, в общем, бы. Ну вот сегодня социалисты – это главная оппозиционная сила. Ну, это в парламенте, во-первых, да, самая многочисленная фракция. Вот у меня такой вопрос в связи с этой оппозиционностью вашей. Вы очень четко формулируете свои задачи и не меняете их. Да? Не меняется по ходу. Вот сейчас у вас задача досрочные выборы. Вы говорите всем представителям власти в лоб. Нет, с вами мы каши не сварим, даже не предлагайте, потому что у нас свой путь, и мы хотим досрочных выборов. Да. А вы, уже ссылаетесь при этом на своих избирателей. А вот смотри как, а вы готовы вот к этой власти сегодня? Что я имею в виду? Вот именно в такой обстановке. Когда вот в экономике, я не знаю о том, что здесь происходит кризис, по-моему, согласна с этим абсолютно все. Да ты сам знаешь, МВФ, курс лея, нет договора с Газпромом, ну масса таких вещей. И вот представь себе гипотетически, да, вот вы приходите к власти, и вот это все надо решать. Да. Вы готовы? Не первый раз. Вы помните. Помнишь 2001 год? Когда коммунисты пришли к власти. Да, ну давайте посмотрим, где сегодня практически вся команда. Тех людей, которые вырулили
ситуация. Очень многие покинули эту команду, коммунистов, я имею в виду. Коммунистов. Она сегодня, если мы говорим о лучших экспертах, о лучших технократах, скажем так, власть среднего и высшего звена, да, то есть министры, заместители министра, они сегодня находятся в партии социалистов, большинство из них. Ну, по крайней мере, те молодые, которым действительно не безразличны, хотя есть и люди в возрасте. Будь они в муниципальном совете, будь они в, да, то есть, например, бывший министр здравоохранения, бывший министр финансов и так далее. То есть очень много людей, люди, которые не первый раз, они понаслышке знают, как кризису такое государственное управление. Да, у нас не партия, к примеру, однодневка. У нас наша партия не, то есть партия социалистов не является, скажем, партии одного человека, да, то есть здесь как очень, у нас, кстати, очень принято. Очень серьезная команда, действительно, очень серьезная команда по всем направлениям, юридического характера, экономического, социального блока, все направления представлены. Партия социалистов — единственная партия на сегодняшний день, у которой есть план антикризисных мер на 2015-2018 год. Мы его представили еще в прошлом году. Постоянно наши эксперты работают на обновлении, учитывая то, что есть, грубо говоря, на выходе, те данные, которые мы получаем. Да, вот, к примеру, тогда еще не было известно в целом, то есть вся эта афера. Да, то есть мы знали, что они делают, и предупреждали, они однократно протестовали. Ты сейчас говоришь о миллиарде, да? Да. Угу. Но даже учитывая это все, значит, мы готовы в любой момент как бы противостоять любому кризису, который есть. Я хочу напомнить. Любому. Сейчас правительственный кризис, смотри. Не первый, кстати, по счету. Мы уже как-то даже подпривыкли к тому, что у нас очень часто падают правительства, и потом начинаются переговоры. И этот раз многие считают, что альянс все-таки возродят. А вы хотите досрочных выборов? Не мы хотим, повторяю. Я объясню, в чем разница между партией социалистов и другими партиями. Первая партия социалистов в оппозиции, она является партией борьбы, ежедневной борьбы. Мы ежедневно на передовой. Неважно, будет это просто какая-то стройка, или обидели кого-то, или выселили из дома пенсионеров. Или будет это парламент, там, где нужно отстаивать права и интересы наших граждан, правительства, АНРЭ, или суды, конституционный суд. Неважно, ежедневно, за каждого. Где-то у нас получается, где-то не до конца, к сожалению. Где-то не так, как мы хотели. Ваня, ты не одинок, потому что я опросы помню. Партия большинства. Почему? Потому что нету другой партии, которая основывается именно на те ценности, которые разделяет большинство молдавского народа. Нет, мы не хотим понравиться всем 100%. Да, мы против Унири. И не нравитесь справа. Это совершенно ясно. На сегодняшний день мы, по крайней мере, разделяем как минимум 10 основных ценностей, которые разделяют все молдавское общество. Начиная от нейтралитета нашего государства, партия мира ни в коем случае, как нас хотели каким-то образом представить, там, сепаратисты и так далее. Хорошо. Так вот, партия большинства в этом смысле, да, когда мы говорим, наши решения, наши видения, они не исходят только от нас, они исходят в первую очередь от граждан Республики Молдова. И поэтому, когда мы говорим досрочные парламентские выборы, это не только потому, что с этими друзьями кашу не сваришь, но с ними действительно не сваришь. То есть, посмотрите, это хромой, горбатый и так далее. А потому что досрочных парламентских выборов, а также выборов президента страны требует, прямых выборов президента, требует больше 70% населения и больше 90%. Я понимаю, позволяю мне иногда вклиниваться, да, то получается у нас... Поэтому... Я хочу беседу просто направить. Я понимаю, что вы вот во всех своих программных партийных документах опираетесь на то, что думают ваши избиратели, то, что думает население. Я привела в пример даже опросы, но вы тоже это разделяете. Да, эти конечно. Взгляды. Поэтому я считаю, что правомочно так говорить. Ну вот смотри, этот правительственный кризис заканчивается формированием нового альянса. Ты не исключаешь такой ведь вариант? Ну, нет. Молдавской политики, если можно, да или нет. Вот, не исключаешь. И получается, что дальше? Вот опять будут палатки, опять вы будете стоять и добиваться? Будем. Да? Да. А вот люди, которые живут в палатках, вот ты спал в палатках? Да. Да. Вот зима. Какой у них настрой?
Вот ты можешь сказать, что он у них по-прежнему вот такой боевой? Есть один принципиальный нюанс. На сегодняшний день или они сливают эту страну до конца, потому что это происходит на самом деле, деградация полная с точки зрения экономического, социального, политического, как такового. Если ты хочешь моего личного мнения, но я думаю, что это мнение большинства наших однопартийцев, сегодня идет целенаправленное уничтожение молдавского государства. Целенаправленное, еще раз повторяю. Да? То есть нужно доказать, что страна не может существовать отдельно, что управлять ею невозможно, что она бедная, что она глупая, что она дурная, что у нее нет истории и так далее. Именно это по всем каналам сегодня пытаются вбить в голову людей разного рода факторов, от которых что-то зависит. Мы считаем, что Молдове быть вообще. Мы знаем, что это возможно. Поэтому мы будем добиваться, если это будет холодно, если это будет грязно, если это будет в том числе голодно, потому что я не знаю, как будет на самом деле эта зима. Вот буквально на днях мы говорили о том, что с опозданием мы получили и еще не все мамы пособие по уходу за детьми. За детьми, да. А что ей делать, да? То есть, если покупать сегодня нужно разного рода бодики, шмодики и так далее, что необходимо, да, кормить ребенка. Да. Значит, сегодня нужно. Дальше. Пенсии с задержками, зарплаты с задержками. Куда дальше? Да. Компенсации нету никакого видения. А 1 200 000 человек сегодня у черты бедности. Большинство из них вообще. Пенсионеры еле-еле выживают. Они не живут, они выживают. И то с трудом. Потому что на ту пенсию, которую сегодня они получают с теми коммунальными услугами, то есть стоимостью и так далее. Люди носят вещи, которые покупали 10-15 лет назад. Это ужасно. Это ужасно. У нас 21 век. Да? Я понимаю, о чем ты говоришь. Я предлагаю прерваться на рекламу, а потом наш разговор мы непременно продолжим. Реклама.